а актер, по словам известного кукловода, это лекарь души. Театр кукол не учит, театр кукол воспитывает. Мы из ничего можем сделать театр. Мы смотрим на этот мир и выходим на диалог со зрителем. И каждый имеет право на свою точку зрения. Попытайтесь держать коробок на весу 40 минут. Именно столько идет детский спектакль. И вы поймете, какова профессия кукольника.